Всем привет, друзья! 500 грамм тыквы промываем, очищаем, нарезаем небольшими кубиками. Отправляем тыкву на раскаленную сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла. Периодически перемешивая, обжариваем до появления золотистой корочки. Тем временем приготовим соус. Мелко измельчаем зелень, у меня укроп и зеленый лук. Нам понадобится 200 грамм сметаны, у меня 15% жирности. Добавляем 100 миллилитров воды. Добавляем 1 крупный измельченный чеснок, зелень, соль и черный перец по вкусу, сладкую паприку и французские травы. Перемешиваем. Вливаем соус к тыкве. Перемешиваем. Ждем закипания, убавляем огонь до умеренного и периодически перемешивая, тушим тыкву 7-8 минут до мягкости и готовности тыквы. По желанию перед подачей посыпаем 20 граммами натертого на крупную терку сыра. Тыква готова, подаем ее к столу с пылу с жару. Тыква получается с ярким и насыщенным вкусом, отличный осенний гарнир. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.